луна создавала землю открыто. Все боги твердили взамен небесам, не будет тревоги и зла, все забыто. Лишь сердцем добро, отыщи вблизи сам. И вот этот мир так луной управляет. Заходит она светом каждому в дом и ждет, все надеясь и веря в примету, что однажды все обернется добром. Светом лучистым, ярким днем света, тенью за днем, ночью за ночь. Кажется, все позабыли примету, душой озлобились, а добро ушло прочь. Следующее. Немножко отодвинуть, а то мне прям слезет в лицо. Куда? Следующее лирическое. Я подглядываю, потому что я очень плохо знаю наизусть свои стихи. Чужие знаю, а свои нет. Свет далеке тихо манит дорогой, за окно ветер истину громко поет. И ни души этой ночью глубокой нет никого, и никто не придет. Мысли моих перепутанных бытом, странных событий, сплошная пурга. Видится все в этом мире закрыто, только души не закрыть никогда. Ветер все воет, за окном синей ночью, люди уходят, а были друзья. Только так тихо становится осень, а были два мира, мир ты и мир я. И электрическим светом нарушив ту тишину, что вселилась в мой дом. Вот бы опять не письмо обнаружить и понять, что мы вместе, вдвоем. Я написала своему другу, он живет и работает в Якутии, такой северный, на праздник. Я думаю, вы догадаетесь, на какое стихотворение. Я ночью писала письмо, мне лампочка светит в глаза. Мой друг, как ты там далеко, мой друг, у тебя холода. Мосток расстояние над нами, босыми ногами беги. Или просто зажмусь глазами, почувствуй касание руки. Зимой снег блестит от мороза, великий на праздник идет, а ты далеко и не знаешь, что чудо тебя позовет. Начнут открываться все тайны, мечты исполняться твои, мой друг. Это все не случайно. Будь чистым, открытым, не лги. Романтика севера дальней, ты сказку пиши в эту ночь. Будь искренним в этом желании, любовь тебе сможет помочь. Спасибо. Следующее стихотворение «Как на отпуске». Никогда никого не жди, все, что нужно, само придет. Потихоньку оставь ключи от чужих и своих ворот. Ты не плачь и не сожалей о былом, что ушло в свою даль. Там ведь все доставалось трудом, а должно быть так. Ранним утром проснись, подыши, открой форточку ты на размах, посмотри. За окном ни души, лишь отчаянный лай собак. И с рассветом пойми, сколько дел предстоит совершать, сколько важных открытий ты сможешь найти, если вечно никого не ждать. Как же сложно все знать и понять, как сделать правильно, чтобы сердце не чуждо. Но не стоит никого ожидать, добегу до тебя, если нужно. Спасибо.